Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Эти строки из стихотворения Владимира Маяковского хорошо характеризуют жизненную позицию видновчан, которые с самого основания города высаживали деревья и создавали вот такую красоту. И по сей день продолжают эту славную традицию. Так, 17 сентября в Московской области пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево», в которой жители Ленинского района примут активное участие. Это же воздух наш. Все должны сажать хотя бы по одному дереву. У меня дети растут. Внуки. Зелень им нужна. Экология должна быть хорошей. Сама всегда участвовала. Я, знаете, сколько посадила сосен. Надо восстанавливать экосистему. Я вообще давно об этом думала, когда займутся посадкой леса, потому что в основном у нас все вырубают. Если будет время, обязательно приду. В экологической акции «Наш лес» могут принять участие все желающие, чтобы в эту субботу, 17 сентября, с 10 до 13 часов дня внести свой вклад в поддержку лесного фонда Подмосковья. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.